В рамках проведения в Российской Федерации Года культурного наследия народов России и празднования 75-летия Сахалинской области Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области реализовало проект «Архивный марафон». 11 ноября модельная центральная районная библиотека совместно с архивным отделом администрации Невельского городского округа присоединилась к акции и провела День открытых дверей «Люби свой край, уважай свою историю», в которой приняли участие курсанты Сахалинского морского колледжа. У каждого из нас своя малая родина. Пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю, не прерывается связь поколений. Надо с уважением относиться к своим корням, культуре и традициям, обычаям. Мы должны гордиться людьми, живущими в нашем районе, на нашей любимой малой родине. Начальник архивного отдела администрации Невельского района Оксана Подобросветова выступила перед курсантами с интересной презентацией, в которой рассказала об истории Невельска, о его первом поселении, истории предприятий и учреждений. Узнав интересную историю Невельского района, курсанты легко смогли ответить на вопросы ведущих, которые провели для них небольшую викторину. Назовите, пожалуйста, может быть, кто-нибудь помнит, знает, как город Невельск наш назывался в период Карафута. Целью данного мероприятия является патриотическое воспитание молодого поколения, а также привлечение молодежной аудитории и жителей Невельского района к изучению истории муниципального округа, своей малой родины. Служба информации Невельских новостей.